семейный очаг. Здравствуйте, дорогие дети, мамы, папы, бабушки, дедушки, жители и гости нашей любви и верности. В детстве даже самый пасмурный и ничем не примечательный день ожидаешь про океана или барабанную установку. Нужно лишь пофантазировать и потрудиться над воплощением идеи в жизнь. Предлагаем встать вам к нам около нашей сцены, чтобы наши дорогие члены жюри начитали нам музей. Целый час в окрине мы по лавочкам сидим и плоха ночи глядим. Али-ли, плоха ночи глядим. Сейчас пройти дурни, пацы поросята, мы похожи на свиней. Хоть еще, ребята, наши хвостики крючком, наши рыца биточком, алюли, алюли, наши рыца биточком, наш серый волк, серый волк, серый волк, хватит свой страшный волк. Спасибо! Мамочка дорогая, примите цветы, это вам. От поля чудес вам сертификат, держи, пойдешь с мамой. Конечно, вот такой замечательный диплом. Самая волшебная семья. Давайте я положу куда-нибудь. И вот этот волшебный пакетик, помоги-ка мне снять с руки. Вот так. Это тоже вам. Огромное вам спасибо за участие. Растите детей патриотами нашей великой Родины. Здравствуйте, дорогие зрители. Мне досталась честь вручить дипломы «Сказочная семья». Это самая творческая семья. Желаем вам больших творческих успехов, в которых они у нас блистают вовсю. Вы были великолепны. Уже шестой год у нас в городе проходит замечательный праздник. Парад колясок «Мой малыш». И с каждым